Ребят, всем здорово. Сегодня будет интересная рыбалка. В общем, приехал я тут в гости к родителям. Ну, как в гости, домой уж к себе, в Республику Мордовия. Вот. Получается, рыбалка будет не в Татарстане, как обычно. И, ну, а вообще, долетели мы тут до Рязанской области, река Цна, в общем. Тут из рек, близ лежащей доступности, здесь Мокша и Цна. Вот до Цны мы доехали, получается, с мужиками, с отцом. Вот, сейчас будем ходить искать. Здесь по рыбе щучка, иногда судачок. Рыбы немного. Если что-нибудь поймаю, уже будет хорошо. По погоде 5-6 ветер, снежок. Минус 5, там, минус 6 днем по морозу. Ну, в общем, нормальная погода. Давление, конечно, низковато. Там что-то 740. Ну, в общем, поищем, посмотрим. Река интересная. Очень давно здесь не был. Лет 15, наверное. Еще раньше головлей здесь ловил на спиннинг. Но это давно, еще подростком. Такие вот дела. Ладно, погнал я. Такого шнура сейчас опустим. Да, царь. О, видишь, шнуры. Ну, это пойдет. Да не, я отпущу нафиг. Не, я такую брать не буду. Клюет зато с ударом. Отец тоже поймал. А? Да я снимаю. Не понял. Чего у тебя там, фин? Нет, классик. А, классик. Нормально уже. Пойдет. Под килишко. А? Под килишко. Да, килограмм будет. Нормально все. Что, хороший? Сейчас мелкую еще отпустил. Нет. У тебя что там? Вон, видишь? Как багром. Хорошая. Хорошая. Вот консервный нож. Тихо. Чё консервный нож? А чё же у тебя консервный нож? Бур сотый. Сотый. Так, поди вытащишь. Вытащишь она всё. Ты ж сотый лунку такую полену. Хрен пролезет.
Блядь, багор сломал еще, блядь. А ему у тебя стоит, да, что? Стой. Да. Стой. Стою. 80 какого-то. Блядь, отвертку. У меня там все. Ну, неси, Яш. Отвертка есть? Эй, Ёжик, давай отвертку. Отвертку дай, блядь. Ежи ее. Сейчас она уже не уйдет. Да она не уйдет уже. Я вот за эту, можно за жабру ты вытащить. Ты зачем такой крокодил ловишь? Ты давай помогай. Че помогать-то, блядь? За жабру возьми, да вытащи. Она пролезет. За жабру прям бери. Я сука, блядь. Козел, да? О. Вот эту хуя-то. Блядь. Ну-ка. О. Багор мне уебал. Сколько, наверное, килл 6? Ну, пятерка точно есть, наверное. 5 уже стопудово. Ну, 5 есть. Сотый лунку, пятерка лезет. Кстати, рад ему, уже народ не делает. Так, это уже получше у нас щучка. Тоже не крупная, не? Такая. 500, наверное. Все тот же Куасама работает. Балансерчик такой вот. Коты сегодня, походу, без обеда останутся. Если нормальную рыбу не поймаем. Очередная щучка. Такая вот некрупная опять. Сейчас отпустим. Это я зря сделал. Палец раздрала. Вот.
Ну все, ребят, закончили рыбалку. Ну, на вечерку смысла нет оставаться. Судака вообще не видно, ни подъемов, нифига. Мало здесь, видимо, судака. Много мелкой щуки отпускной. Но вперемешку попадается хорошая рыба. Такие вот дела. В целом речка, ну, очень понравилась. Ладно, погнали мы домой. Кому понравилось, ставим пальцы вверх. Всем удачи, пока.